Со стороны вооруженных сил Российской Федерации задействовано 15 человек, в том числе управление и личный состав для выполнения поставленных задач. Задачи планируем выполнить до 10 июня. Со стороны Российской Федерации, односно вооруженных сил Российской Федерации, ангажировано тренутно 15 человека, а то есть и команда, и людство, которое совершает радове. Koliko vam je bilo teško da se prilagodite na sistem rada Vojske Srbije i na korišćenje inženjerskih mašina koje koristi Vojska Srbije? Насколько было тяжело приспособиться к инженерным, скажем так, особенностям вооруженных сил Сербии и насколько сложно было начать работать на этих машинах? Ну, я хочу сказать, что выполнение задач инженерного обеспечения, они схожи с нашими, поэтому особых трудностей личный состав не испытывал. А что касается вооружения военной техники, то в принципе машины похожи на наши. Единственное, что есть некоторые отличия, но они не составили проблем для освоения техники. Oni zadatke koje završavaju inženjerijske jedinice oružanih snaga, odnosno vojske Srbije, oni su slične onima koje mi završavamo u Rusiji, ruskim inženjerijskim jedinicama. Što se tiče tehnike, naravno postoje nekoliko razlika i tehnika nije ista, ali zbog toga što svi su stručnjaci ovdje, svi su brzo prilagodili na srpski način izvršetka zadataka. I za kraj, gospodine Pukoviće, kako ste zadovoljni sa radnjom sa pripadnicima vojske Srbije? Совместной работы с сербскими военнослужащими? Ну, если по пятибалльной системе, то это 5 баллов. Наверное, благодаря тому, что мы находимся в братской стране и работаем с братским народом, поэтому чувствуем себя практически как дома. Единственное, ландшафт местности немного отличается от привычного. Ако хочем оценивать, то по системе от 5 баллов, то и, наравно, петица. Jednostavno nalazimo se u jednoj bratskoj državi, samo što malo su različiti uslovi geografski, ali inače sve se radi isto kao i kući. Hvala vam. Hvala.